Шакира отмечает премию Грэмми за лучший альбом. Конечно, в компании нападающего Барселоны Жерара Пике. Ему, кстати, сегодня исполняется 31. Жерар на 10 лет младше Шакиры. Шакира и Пике полгода пытаются спасти свои отношения. Осенью были готовы официально подтвердить свое расставание. Шакира так нервничала, что у нее пропал голос. Но зимой вновь появляются вместе на публике и обмениваются нежными взглядами. «Вместе они 7 лет. С тобой у меня будет 10 детей», — спела Шакира в песне, которую посвятила Пике. Но пока пара воспитывает только двоих — 5-летнего Милана и 3-летнего Сашу. При этом официально вступать в брак не торопятся. Ревнивый Пике просит Шакиру не сниматься в страстных клипах с другими мужчинами, зато всегда предлагает свое участие. Их клип посмотрели более 500 миллионов раз. Недавно Шакира снова попыталась вызвать ревность Пике. В новом клипе Шакира предстала в объятиях 23-летнего колумбийского певца. Но Жерару сейчас некогда ревновать. Пике готовится к чемпионату мира по футболу в России. После чемпионата Пике хочет завершить свою карьеру в сборной Испании. Забитые мячи он до сих пор посвящает Шакире. Показывает два пальца. Это означает 2 февраля, их общий день рождения. Налоговая служба относится к этому по-другому. Шакире грозит 2 года за неуплату налогов. Но в день рождения об этом думать не хочется.